Бродвейская школа на российской сцене вряд ли приживется, делится своими наблюдениями Артем Лысков. Звезда молодежного сериала «Ранетки», закончив съемки, уехал в Америку. 3 года провел на Бродвее и, вернувшись, с удивлением понял, половина, чему учат в Нью-Йорке, в России не работает. У нас школа актерская, она другая. И они зачастую не знают, как это работает, и их это привлекает. И очень жалко, если мы, например, в музыкальном спектакле, если мы привезем полностью бродвейскую постановку, мы откажемся от той русской школы, актерской прежде всего, потому что это такая уникальная составляющая, которой нет в Америке. Артем играет одну из главных ролей в музыкальном спектакле «Растратчики» по Валентину Катаеву. Премьера в Московском театре мюзикла через месяц. И потом только эту штуку. Кроме Артема, в постановке задействована актриса Ксения Ларина и звезды рок-н-ролла Максим Леонидов и Алексей Кортнев. Узнаваемые лица должны привлечь внимание зрителей. Еще одно конкурентное преимущество – бесплатные маршрутки до метро. То, что сегодня, буквально там несколько дней назад, сразу в 2 театрах состоялись большие премьеры мюзиклов, на мой взгляд, это плюс, а не минус. То, что в октябре еще 2 мюзикла выйдет, в ноябре состоится премьера у нас – очень хорошо. Я говорю совершенно искренне. Я считаю, что это здорово.